Здравствуйте. Сегодня мы презентовали такой замечательный проект, как «Уникум 21 века». Расскажите, пожалуйста, почему вы согласились выделить такую платформу для нашего проекта, как Дом-музей Джуны? Потому что у Джуны всегда собирались уникальные люди. В любом. Художники, писатели, поэты, политические деятели, военные. Вот поэтому Джуна всегда принимала гостей, встречала их, угощала. Поэтому вот я, как бы продолжением традиций Джуны, согласился поучаствовать в этом проекте и поддержать нашу молодежь. Выделили вы чудеса, уникальность вот той же Джуны, ее действительно целительные свойства, ее душу? Конечно, за 30 лет я много видел. Люди приходили неходячие, в том числе и дети. После ее сеанса, 21 день он обычно продолжался, люди вставали и своими ножками уходили. Тот же самый Игорь Тальков познакомился с Джуной, пришел к ней на костылях с братом, с Володей. Джуна сделала ему один сеанс, он отложил костыли в сторону и пошел, не хромая, без костылей. Только достаточно было всего одного сеанса? Ну вот для Талькова, да. Это есть Володя. Месяц назад мы собирались, он рассказывал, давал интервью многим каналам. Я озвучил. Хорошо, а расскажите о своем знакомстве с этой женщиной. Мое знакомство, как только Джуна приехала в Москву, ей дали, сначала поселили в гостиницу, а потом ей временно дали квартиру на метро Семеновской. Я там жил, в том районе, уже разговор о Джуне шел. Лева Колодный написал первую статью в «Комсомольской правде» 16 августа 1980 года. И уже на районе шел разговор по Москве о Джуне. Тем более я там жил, конечно, для храбрости я немножко там взбодрился с другом. И вот пошли к Джуне, первое ее знакомство, посидели на кухне, рассказали, кто мы такие, чем занимаемся. Я говорю, я в том числе казачьего рода. Он говорит, я тоже кубанский казачий. Так состоялась наша первая встреча, а уже вплотную мы начали с ней общаться, это с 1990 года, 91 года. Тем более сейчас 25 лет со дня путча, где Джуна также подсказала Борису Николаевичу, как ему поступать, и он сделал, и мы сейчас живем в новой России под новым флагом. Хорошо. А позвольте такой вопрос. Что вами движет в осуществлении проекта музея? Я выполняю Джунино завещание, которое она оставила в средствах массовой информации. Ни одно интервью. Она хотела здесь, в этом доме, видеть музей Джуны, музей ее картин, картинной галереи, чтобы это все достояние досталось москвичам, жителям России и всего мира. Ну, как нам известно, музей не так давно открыл свои двери. И вот как человек, который всем этим заведует, можете сказать, сколько примерно посетителей приходит посмотреть? Вы знаете, мы музей открыли на общественных началах, на добровольных. У нас нет никаких билетов, мы не берем никакую оплату. Как и Джуна сама лечила, в основном бесплатно, так и посетители ходят, заходят бесплатно. Интерес очень большой. Но мы здесь, у нас не совсем есть правовой статус, поэтому у нас есть свои опасения, свои как бы такие обстоятельства. Мы просим мэра города Москвы с самого начала, чтобы взял этот музей вместе с Академией Джуны под свою опеку. И было так партнерское отношение Академии и мэрии Москвы. Ну так мы в свою очередь тоже хотим обратиться, и мы поддерживаем полностью вас в том, что это должны видеть люди, должны приходить и наслаждаться этой энергетикой. Мы полностью вас поддерживаем и тоже с этой целью сейчас занимаемся проектом «Уникум», чтобы поддержать русский дух уникальный. Поэтому мы вам желаем тоже удачи на вашем. Вот. Спасибо. Джуна – это русская Ванга. Поэтому были чудеса, они есть, они будут в ее картинах, вы видите, они откроют, то есть, может, наше поколение их не воспримет, но это послание на будущее, ее картины.
ее глаза посмотреть. Космические. Сколько картин? Более 500 картин. То есть здесь будет, вот нам сказал Александр Алмазов, что здесь будет меняться экспозиция. То есть сейчас так, потом будет еще картина. Да, здесь на сегодняшний день выставлено 139 картин. Можете посчитать один к одна. Есть чем пополнить. Здесь запасники в соседнем зале, где она описала, отворила. Все осталось в цельности и сохранности, как только мы сюда зашли. Ни одна картина отсюда не ушла и не уйдет, пока здесь нахожусь я. Хорошо, а еще... Прошу прощения. Почему у картин нет названий? Ну, Джуна их по-своему называла. Она везде, почти на каждой картине, видите, ее стоит автограф. Да. Вот, как бы так, есть каталог, мы уже создали, исцеляющие картины Джуны. Это символическое название, где обозначено уже название картин. Хорошо, спасибо вам большое за ваши ответы. Спасибо вам за этот замечательный музей. Мы вас полностью поддерживаем и желаем удачи. Спасибо. Выполняем завещание Джуны и будем на этом стоять.